Из новостей 8 числа мы узнали, что не все дети смогли покататься на нашем рождественском автопараде. Один мальчик специально сбежал из детдома, чтобы успеть на парад и покататься, но так и не смог. Его вернули назад в детдом. Но это и послужило, скажем так, основной инициативой для нашей сегодняшней акции. Именно этот мальчик, а также остальные детки из одесских детдомов сегодня это покатаются на наших рождественских вагонах. Специально им мы сделали еще одно маленькое Рождество. Поэтому, я думаю, что сейчас уже все должны остаться довольны. Все то же самое по 26-му маршруту, те же вагоны, тот же самый хор. То есть мы повторяем еще раз это рождественский это парад, но теперь все вагоны будут идти по одному маршруту. Будет выглядеть еще эффектнее. Будут идти без остановок, в вагоне работает хор, в вагоне будут это работать аниматоры, деткам раздадут это конфеты, подарки. То есть делаем сегодня еще одно Рождество. В этом году у нас 2. Детей больше 100. Я не смогу вам сейчас точно это количество назвать, но больше 100. С одесских детдомов. Вот. И есть один детдом с области. То есть автоперевозчики нам это помогли, выделили автобусы, это подвезли детей и завезут их назад.